Здравствуйте, дорогие друзья! Одесса, 24 февраля 2022 года. Знаете, что происходит в Украине? Очень нехорошие вещи. Вот пустили слух, что в Одессе высадился десант, идут бои. Что его высадили именно в порту. Вот я веду этот репортаж, веду эту съемку из порта. Практически. Вот он рядом, Одесский порт. Как видите, тишина, ничего не происходит. Вот Аллея Славы, наша Одесская. У нас пока, слава Богу, тихо и спокойно. Вы слышали, что никаких выстрелов нет, все спокойно. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. Сохраняйте благоразумие. Потому что вот уже нету хлеба. Люди берут по 3, по 4, по 5 хлебов. Ну, для чего это делают? Сами себя накручивают. Да, ситуация достаточно сложная, непростая. И такая, можно сказать, даже трагическая. Ну, надо оставаться человеком. Стоят очереди в банкоматы. Люди снимают быстро, всю наличку хотят снять. Я лично, у меня есть на карточке, скажу честно, эквивалент где-то $200 приблизительно. Я ничего снимать не буду. Я пойду вот в магазин за продуктами, я с нее буду рассчитываться. Я пойду в аптеку покупать какие-то лекарства, я с этой карточки буду рассчитываться. Я ничего снимать не собираюсь. Прав я, не прав, покажет время. Пожалею, не пожалею об этом. Вот я так вот настроился на это. Я скажу честно, я переживаю очень сильно за своих близких, за родных, за друзей, за коллег по работе. Я хочу, чтобы они все были, самое главное, живы и здоровы. Ребята, не стоит то, что происходит, ни одной человеческой жизни. Это однозначно. Потому что, знаете, вот я сейчас вспомнил, как мои, увы, уже покойные дедушка, бабушка, мои близкие, которые уже как бы с нами нету, мать и отец мои, когда делали какие-то семейные застолья, всегда звучал тост, чтобы не было войны. Ребята, вы знаете, я понимал, почему звучит этот тост, потому что я как бы рос в советское время, и нам рассказывали, какие ужасы происходили во время Великой Отечественной войны. И это кровь в крови каждого из нас. Но именно смысл, чтобы не было войны, именно сам глубинный смысл этой фразы вот дошел до меня только сегодня, я понял, что это такое. Ребята, я желаю вам всем, неважно, где вы живете, Мариуполе или Одессе, Киеве или Львове, Тернополе или Сумах, Чернигове или Черновцах, я желаю вам всем, чтобы наконец засветило над нашей Украиной мирное небо, чтобы вы все были живы, счастливы и здоровы. Дай вам Бог всего самого наилучшего, всего самого доброго. Будьте все живы, здоровы, ребята. И даст Бог, до новых встреч!